Приветствую вас, я так полагаю, что вы в своем желании избавиться от чувств, в общем-то, достаточно далеко не зайдете, вот. Ага, потому что, ну, как бы, нельзя избавиться от своих чувств, вот. Потому что они очень важны, ваши чувства, вот. Даже такие, которые вызывают, скажем так, привязанность, вот, как вы говорите. Это очень важный момент. Это первое. Значит, вторая история — это то, что если вы скажем так, привязываетесь к людям, то у этого есть причина. Вот. И причины эти нужно исследовать. Вот. Да, это нужно исследовать, почему вы привязываете. В силу, в силу чего вы привязываетесь. Вот. Чего вам, условно говоря, хотите, что вам не хватает. Вот, понимаете, так что здесь нужно исследовать. Вот, соответственно, такой момент. Значит, возможно, вам стоит бы работать с личными границами, чтобы лучше отделять себя от других. Вот, вы пишете, есть одна подруга, у которой есть эмоциональная привязанность. Скорее всего, вы видите в ней кого-то важного для себя, понимаете? Вот. То есть это вот такой момент, на мой взгляд. И, соответственно, отчасти, на это и нужно вам обращать внимание. И раскрывая, да, вот раскрывая то, что вы хотите, раскрывая то, что вам нужно, то, в чем вы нуждаетесь, можно будет помочь вам стать
более, скажем так, устойчивой к эмоциональной зависимости, Вот и все, соответственно. То, что я вам могу сказать. Ну вот, именно, именно сейчас, вот с учетом того, что вы пояснили, вот, с учетом того, что вы рассказали. Вот, в принципе, так. Такой ответ я могу вам дать. Пока что. То есть, для начала давайте определим все же, да? Значит, что конкретно для вас проблема? На первом. Что конкретно проблема для вас? Что конкретно для вас является проблемой? Вот. Начнем с этого. И дальше уже нужно исходить значит, из того, что для вас проблема является. И дальше можно будет работать в этом направлении. Вот. Вот так вот, мне кажется, можно ответить на ваш вопрос. А в остальном, это, к сожалению, такие вот догадки. Вот. Понимаете? Вот. Такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.